что, девчоночки, холодильничек к Новому году затарен. Я все купила, и сырочек, и фруктики, кефир у меня тут есть, и тарталетки, и пирожные. Хотела торт, но торта не было в магазине хорошего. Вот как-то так. Все готово. Всем привет! Сегодня 30 число. Я опять вас приветствую в патчах и напротив двери в своей входной. Что могу сказать? Встала я с утра с полным осознанием того, что мне нужно что-то менять. Вот что-то менять конкретно в своей бьюти-жизни. В каком плане? Так, я сказала, что не 30 декабря. Я поставила, мне нужно сейчас сходить купить гель для стирки для черных тканей, потому что если стираешь таким порошкообразным порошком, масло-масло, но вы поняли, да, не жидким, не гелем, то он выцветает и некрасиво смотрится ткань. А вот когда жидкий порошок специально идет для черных тканей, он подкрашивает и красиво, все отлично и прям как новое. Может, что мне нужно купить Faberlic, мою посылку, как бы вы сказали бы, иди. Ну, как бы не Faberlic, Почта России виновата, она обновился статус, с 8 числа он не обновлялся, вот обновился 26-го, и они в опаринках, в сортировочном центре, и ничего с этим не сделаешь. Что я хочу? Так, сейчас у меня, я поставила сразу, сегодня, сварить картошку и морковку, они варятся достаточно долго, поэтому поставила сегодня, чтобы остыли, я завтра с утра вместе с вами, это влог двух дней будет, будем нарезать наши салаты. И что же я решила? Что я хочу поменять? Вот смотришь на девчонок, у них нарощены реснички, при этом у них красивые волосы, красивый цвет волос, все такое. И они не копят у себя огромное количество косметики, еще чего-то. Они какие-то суперженственные, не так, как я в толстовках, Балда Ивановна, Манда Петровна. Ой, Манты Петровны, да. А вот именно, ну, как-то очень красиво все. И я... Палетка Эвелин, павлиний глаза, здравствуйте. В общем, я хочу полностью перебрать свою косметичку и оставить всего несколько средств, которыми я буду пользоваться. Маникюр, педикюр у меня теперь будет чисто однотонная классика. Собственно, что я и сделала. Это Адри Коко шоколадный, я вам показывала. В самом начале его покрыла, когда посылка мне только с Белорис пришла. Я хочу вывести нормальный цвет волос. Этот цвет волос, он неплохой, но он меня делает молью. А я хочу какой-то красивый, чтобы это было сложное окрашивание, чтобы это было в салоне, а не однотонное. В общем, мы с мамой разговаривали, она говорит, иди к мастеру. У нее есть моя Ира, и у меня есть моя Ира. Вот она говорит, иди к мастеру. Это не считается, как бы, что ты проиграла спор. Проиграла спор, это считается, когда ты сама пошла без моего ведома. Или перекрасилась сама, или же... подстриглась сама. По поводу стрижки не знаю. Вот сколько у меня отросло, девчонки, вот. Ну, в принципе, видно. И мне вот это желтое непонятно что не нравится. Я поеду в Волгоград в конце января и буду делать окрашивание. Конечно же, вместе с вами. Я не знаю, что я буду делать, но что-то интересное. Вот, по поводу ресниц у меня они уже а-ля улю. В первых числах буду сделать. Делаю, в этот раз хочу Эльку сделать. В общем, вот так меня перевернуло. Ладно. Девчонки, сейчас буду собираться, пойду по делам и зайдем вместе с вами в Магнит Косметик. Вот так. Так вот, я хочу еще поменять стиль в одежде. Ну, не знаю, может быть, это у меня какой-то супер гормональный сбой или что-то такое. Но я хочу какие-то блузочки такие с воланами, типа корейского стиля. В общем, первое, чем мы с вами займемся первыми посленовогодними влогами, это мы будем разбирать косметику. Я буду все отдавать. Не потому, что это плохое, я просто хочу по-другому на все это пересмотреть. Тем более, ту же самую палетку от Эвелин. От Эйвен я все пробовала уже. Вот так. Не знаю, как это все будет. Вообще, как бы, мне всегда, даже мама говорила, что классический стиль в одежде, ну, вот это типа воланы, платья там и так далее, это сильно делает взрослее тебя. Но сейчас я этого очень хочу почему-то. Ой, девочки... Шось буде. Пойдемте посмотрим, что у нас за погодка. Ну, хоть снег лежит и срывается тоже снег. Тепло. На улице тепло, прям классно. Новогоднее настроение есть. Все.
Ну что, я закупилась. В отдельном ролике вам все обязательно покажу. Ну что, 31 число, и как я красиво застелила кровать. Почему использовала два пледа? Потому что пледы у нас получаются не сильно маленькие. И, в общем, или я забираю одеяло, или Леша забирает одеяло. Я решила два пледа, тем более они между собой неплохо так смотрятся. И пойдемте, наконец-таки, резать салаты. Я уже все остудила, и можно уже приступать к готовке. Сейчас 12 часов дня. Почему я именно сейчас нарезать их начинаю? Чтобы они пропитались, особенно курица с ананасами. Вот и на заднем фоне, как всегда. Девчонки, на оливье взяла вот такую колбасу, вязанку. Единственное, что она в Ашане дорогая. То есть я ее за 200 рублей купила, а в магните она 100. Вот такой майонез мистер Рико, огурчики. Я вот не знаю, как я буду открывать консервированные ананасы вместе с огурцами, с горохом, потому что у меня нет открывашки. Я только сейчас об этом поняла, подумала. Ёптель-моптель. Ладно, все. Ну, тогда все у меня уже остыло и готово. Можно уже будет сейчас приступать к готовке. Но я нарежу эти два салата, а все остальное буду делать уже вечером. Просто хочу, чтобы эти салаты уже как бы были готовы. Пришел мне Шеин как раз-таки под Новый год, потому что вот эти две вещи я заказывала в подарок Леше на Новый год. Девчонки, я знаю, я понимаю, что многие, ну как бы, может быть, не нравится, что я сотрудничаю с Шеин, но я сотрудничаю с ними 4 года, девчонки. И... есть, да, вещи, которые классные, есть вещи, которые какашка. Но если это какашка, я вам сразу об этом говорю, или перешиваю, или что-то делаю. Но в основном я все ношу. Если я говорю, что я это буду носить. Если нет, то нет. И мама у меня носит. Так что если вы пишете, ну, опять же, некоторые личности пишут о том, что я вообще не ношу вещи Шеин, типа просто показываю и все, то вы глубоко ошибаетесь, все мы носим. Тут у меня нижнее белье, это мое, а это его. Давайте с его вещей начнем. Смотрите, это мужские вещи, куртка. Она на сайте, вот такая, на Синтепоне, она на сайте стоила дешевле 3000. Это чтобы вы понимали приблизительно, что сколько стоит. Там есть, конечно, куртки кайфовее намного. И за 5, и за 6, но, к сожалению, как бы... мне нельзя такое заказывать, ну, пока что, может быть, со временем и можно будет. Но, в общем, я нашла вот такую курточку, она у нас стеганая на молнии, размер L у него, а, это я помаду мазала, мне что-то, как хорошо под ногти подходит помада. Я не скажу, что она какая-то супер, то есть, вот смотрите, у нее вот синтепона вот так, вот тут вот это пустоты, а вот это синтепоновая часть. То есть, может быть, если распушить вот так вот эту куртку, возможно, все. Ну, вот такая вот тут горловина. Ему такие нравятся. То есть он куртки не любит особо с капюшонами. Я очень рада, что пришла как раз-таки к Новому году. Эта куртка... сейчас, подождите, вспышку выключу, а то очень сильно пропадает фокус. Вот, вот так лучше, хотя тоже со вспышкой. Ничего пока не торчит, нигде ничего не вижу плохого. Сзади она вот так. Единственное, что мне не нравится, как пришит вот здесь резинка. Видите, чуть-чуть торчит вот этой части. Но опять же, ей нужно... дать время немножечко прийти в себя. Она же была запакованная. Ну, очень, кстати, неплохая. И дальше костюм ему теплый заказала. В общем, он у нас такой, как плюшевый немножко. Внутри флисик. Размер у него... ой, сейчас скажу, девчонки. Шин. И 2XL. Ну, нормально. Это где-то размер... 50-54. Вот где-то так вот ниточка какая-то торчит. Так, ладно, все равно сейчас полы буду мыть. Так, и тут у нас обычный такой вот костюмчик. Мне интересно, как он будет смотреться на нем. Надпись «Sparking Clink». Я не знаю, что это значит. Но он очень мягкий. Не понравится, сама буду ее таскать. Потому что мне он очень понравился. Так, и давайте перейдем к моим вещам. Так, я заказала себе вот такие кожаные брючки. Они тут внизу вот так сделаны. И вроде они были указаны как теплые. А теплые ли они? Ну, тут есть какой-то минимальный начес. Но что-то как-то не очень. Девчонки, после последнего видео Шеин, где у меня закрыты комментарии, я, ну, приняла решение, что я на себе вещи показывать не буду. То есть, ну, примерку я имею в виду снимать. То есть они будут, эти вещи, отдельно на мне. То есть в следующих влогах я вам скажу, что я оставила, что мне понравилось, что не понравилось. Вот, потому что многие люди начинают тупо обсер
с ног до головы, моего вкуса, моего стиля одежды, что должно быть не так, как они сказали. В общем, из-за этого мне очень становится неприятно, и я не хочу подобного рода ролики вообще снимать. Вот. Тут у нас замочек, все такое. Мне вот интересно, как их гладить. Вот. Прям очень интересно. Все равно, мне кажется, это прохладный материал. Даже пусть тут минимальный начес. Хрен его знает, девчонки. Так. Дальше рубашечка вот такая. Кстати, заказывала под вот эти брючки. И мне кажется, очень круто подходит. Рубашка невероятно теплая. Рекоменд однозначно рубашки. Тут у нас кармашки для семечек. Вот. И что? Или, может, сниму? Ну, не знаю, девчонки, честно. Как-то что-то двоякое прям. Такое вот. Сваты на заднем фоне, как мы любим. В общем, рубашка классная. Так, размер брюк у нас М. Я по размеру бедер смотрела, по размеру бедер, по длине ног, по объему. То есть там нажимайте таблицу размеров, не смотрите на сам размер. Он может быть S-ка, но при этом, если вот смотреть на рубашку, грудь у S-ки 120. Но это не S-ка явно, у них там свои приколы с размерами, поэтому лучше именно уточнять по размерной сетке. Дальше, ну вот это естественное я вам не покажу на себе, это очень такая красивая вещь. Вот и розовый комплектик. Вот это лифчик вот такой, лифчик вверх. Я хочу сказать, что у меня есть белье шина, и я ношу его все нормально. То есть точно такого же кружавчатого материала. Есть полностью, который комплект у меня из кружев состоит. Ну, вот как-то так. Такая красотища. Дальше к этому же комплекту. Это трусики-шортики. Видите, они прям как трусики, а вот тут идут как шортики. Ну, очень красиво, девочки. Следующий это свитер. Вот такой свитер со спущенными плечами. Я не знаю, как он будет выглядеть на мне. Он немножечко, ну, какой-то маленький. Не знаю. Кстати, лиф. Какого это у меня размера? Размер не могу найти, девчонки. Ну, в общем, а это свитер. Вот такой. Вот такой свитер. А я стояла вся в розовом свитере. А ты спросил меня, есть ли я в твиттере. Я все свитеры шин, правильно, да, произнесла? Думала. Ношу. Я стираю их в машинке просто безбожно, постоянно. И с ним ничего не происходит, серьезно. Так, и бодик себе заказала вот такой вот. С вот такими штучками отстегивающими. И вот тут... Тут что, застегивается? Застегивается. Вот так, бодик. С сисочками. С сисами. Извиняюсь, девочки. Так, это размер у меня L. Ну, видите, L, а по факту, ну может быть, да, это L. Я, конечно, таких габаритов непонятных, блин. То у меня какие-то вещи S, какие-то вещи у меня L, какие-то 2XL. В общем, такая женщина. Непростая я. И что? И вот такой вот костюмчик. Брючки и вот такой лиф вверх. Естественно, да что такое? Естественно, я вот этот вот комплект, потому что тут у меня факт будет просвечиваться все. Я его заказывала не для походов, там, я не знаю, встреча гостей или просто ходить дома. Ну да, ходить дома, но когда я буду одна. Вот, и такие вот брючки. Ну, необычно, у них классные комплекты, это синтетика, девчонки, все. У них необычные есть модельки на шине. Мне вообще нравится этот магазин. В следующий заказ я хочу, знаете, что заказать? Я хочу полностью обновить гардероб. То есть я хочу побольше блузок, как я и сказала в начале, побольше еще чего-то. Какого-то летящего, там, не знаю, каких-то... Что-то женственного, вот что я хочу. И так что я буду делать заказ в следующий раз по-другому немножечко. Как видите, уже прогресс есть, да, там что-то классическое. Вот. Вот такой был заказ. Что-то, если, ну, смогу показать, покажу на себе. Если нет, то вставлю вам картинки, как это смотрится на модели. И вы можете пройти по ссылкам и посмотреть отзывы людей. Там почти на каждом товаре есть отзывы, и люди фотографируют себя в вещах. Вы, то есть, можете прикинуть и посмотреть, как та или иная вещь будет смотреться на вас. Но обращайте внимание обязательно на размерную сетку. Стоп, мои подготовительные работы окончены. Тут салат курицы с ананасами, ингредиенты. Консервированный ананас, берите сразу нарезанный.
курица отварная, чеснок, сыр. Хотя там российский в рецепте, я брала пармезан, вот такой же нарезанный. Очень вкусно. Перец обязательно, чеснок сказала, перец и соль по вкусу. Ну и, конечно же, оливье. Оливье у меня получилось много. И как бы сейчас все буду убирать в холодильник. И вот у меня нарезанная картошка будет в лодочке. Все в воде, потому что мне нужно, чтобы они были идеально, как вам правильно сказать, идеально отмыты. То есть, ну, в общем, специально нарезала, порезала, чтобы я на это время не тратила, имеется в виду, почистила бокалы. Вот, девчонки, и все. Пока что я помыла полы, все сделала, и где-то через 3 часа я буду уже приводить себя в порядок, буду вместе с вами марафетиться, конечно же. Мне остались только бутерброды, которые я буду делать уже в 8 часов вечера, и вот этот вот горячее блюдо с фаршем. Все покажу. Для лодочек нам понадобится фарш говяжий. Я взяла Мираторг, в Ашане покупала, и луковичка. Соль, перец по вкусу, отколотую немножко миска, это с Икеи. Вот, все смешиваем и подготавливаем нашу картошку. Немножко фарша нужно будет постоять. Я его еще вот так вот перемешаю постоянно, чтобы он немножечко напитался воздухом. Вот, и дальше покажу, что будем готовить. Как это будет? Это очень простое блюдо. Захотите, попробуйте сделать его на Рождество или на другие праздники. Фарш готов. Картофель я переполовинила. И сейчас ложечкой буду сердцевинку вынимать. Потом эту сердцевинку также можно добавить в фарш. Господи, помада не отмывается. Ну, в общем, сейчас я решила это сделать, чтобы потом это все не оставлять на последнюю очередь. В самую последнюю очередь я буду делать бутерброды. Вот, фарш говяжий, как я и говорила ранее. Сейчас все покажу. Все буду делать в мультиварке, просто, быстро, без заморочек, девочки. Ну, вот я не знаю, у меня как бы, ну, все, салат готово. Салат очень вкусный, девочки, оливье. Тихо. Так, сейчас у меня оливье просто, точнее, тарелка упадет, сейчас, секунду. Очень довольна оливье и тем салатом с просто ананасами, которые я сделала. И сейчас хочу вот это еще сделать, и все было бы у нас все прекрасно. Вот так. Это однажды в России просто меня с ума сводит. Все, готовы лодочки, готова начинка. Сейчас буду все начинять и мультиварку. Ну все, на режиме жарко. Теперь режим тушения переключаем. Так, отмена. Выпечка, наверное, все-таки. Все. И теперь спустя за 5 минут посыплю сыром. И будет классно, очень вкусно. Девчонки, смотрите, соус, сметанка, все специи, перчик, соль и чуть-чуть универсальной приправы. Все. Сейчас я это все залью в наши лодочки, пропитаю их, чтобы они были вкусненькие. Все. Гляньте. Кайф пошел. Потом еще сырочек в конце. Это будет изумительно горячее. Просто. Вот такая получилась картошечка. Кое-где развалилась, но тем не менее очень вкусная, девчонки. Я в шоке, честно. В духовке получится еще лучше. Девочки, мой новогодний стол готов. Бутерброды, салаты, горячие, нарезка фруктовая и бутерброды такие. Скоро придет Леша, а я пошла приводить себя в порядок. Но мне кажется, на двоих это более чем достаточно. Вот как бы. Пишите обязательно, что у вас было на новогоднем столе. Мне будет интересно почитать. Может быть, я реально очень мало приготовила. Ну, вот как смогла, девчонки. И то я с 10 часов утра до 6 вечера промоталась. Девочки, я извиняюсь, но немножечко маловато. Вот это действительно малое. Никогда вы говорите на свободный костюм, что он мал. Но вот ниже спускаю. Вот этот бодик. Он вот так смотрится. Конечно, я чуть-чуть поправилась, я это и так знаю. Ну вот. Так, тетяу, все на месте. Собственно. А это за это не будет? Быть на камеру, ну такой переключитель, на телефон снимать. Ну, вроде так все видать, да, девчонки? В общем, что я сделала? Я помыла голову, нашла офигенский шампунь с маской. Покажу обязательно попозже. Интрижечка, попозже. Лицо немножко красное, просто несколько сывороток. И плюс еще я эти ампулы Stellaris делала. Вот, сейчас она чуть-чуть краснота сойдет. А вот. Что говорила я? Бальзам падает. Посушила голову. Вот. Решила, сегодня день надену и кину в стирку. Че, какая разница? Вот. Простернуть и все. Она ж не с грязи.
Вот, и потом уже вам скажу. Что-то хотела сказать. А, посушила голову. И вот так я всегда вверх собираю, пока буду сейчас делать макияж. Я не знаю, какой макияж буду делать, честно. Вот. Я вроде сильно не хочу краситься, но чуть-чуть поярче, чем обычно хочу сделать. Посмотрим сейчас, может, стрелки добавлю, и хорош. Вот, пока у меня будет это все дело, я буду краситься, у меня остынут мои волосы, и так будут в объеме. Вот так я всегда делаю, а потом вот он. О-о-о. Ну, цвет, конечно, тараканий, но меня прям раздражает волос. Без иронии судьбы это не Новый год. Так, пока что нам плойка никакая не нужна. Что можно еще сделать, чтобы объем был еще больше? Вот на высушенный просто феном волосы или естественным путем прогофрируйте, вот так соберите, оставьте, пусть остынут, и потом уже можно будет приступать к процедуре. Делать, девчонки. А что мы будем делать? Я не знаю. Для начала расчесываем наши три бздюлины, которые остались на ресницах. Такс. И ставим одну косметичку. Эта косметичка у меня с помадами. Все, я готова у меня. В принципе, осталось только дождаться Алексея Александровича. И это вторая косметичка. Потом мы с вами будем ее разбирать. Что я, собственно говоря, что мне понадобится? Мне понадобится пудра. Контур. Палетка. Я не знаю, как бы красить, не красить глаза. А надо, но не надо. Что думаете? Запах мне ее не нравится. Намажем? Намажем. Нормально, да? Вначале влога сказала, что не хочу ничем мазать, а теперь намажем. Или вот это сюда лучше? Вы сейчас думаете? Розовая, наверное, лучше, да, будет? Или это? Хрен узнает. Или этой, или розовой. Не, на мне ничего нет розового. Да чё, титьки вообще. Я вот разучилась носить декольте, хоть вот ресницы. Я сейчас буду 300 раз говорить. Титьки. Так, ладно, давайте по очереди начинать. Просто сделать вот так вот. Стрелочку и хорош. Чё я буду вот эти павлиньи глаза мазать? Оно мне надо. Ну, начнем мы, конечно же, с праймера. А где мой праймер? Вот он. Праймер от Avon, вот такой. У меня он один, я, в принципе, не вижу смысла 500 праймеров себе иметь в косметичке. Вот так прям наношу. Женька Лукашин, давай Новый год вместе отмечать. Такая атмосфера, девчонки. Я ни разу не снимала влоги. Не, ну был у меня один когда-то давно влог, когда еще с родителями мы отмечали. Когда еще с родителями, как будто когда-то по-другому было. Вот, ну как бы я то с работы, то еще что-то, и у меня особо времени-то и не было. База по тени от Vivienne Sabo. Сразу же все базы нанесу. И что я вам хочу сказать... Снимала я влоги, а потом что-то перестала, потому что у меня особой времени не было, и приходила я поздно, и как таковой столы я не делала, потому что делала все это за меня моя мама. Ну, естественно, потому что две хозяйки на кухне, это просто застрелиться. Что я хочу? Я, наверное, буду использовать Safe Wave, это ламель. А она не сфокусируется, девчонки, света нет, нормально. Вот. Вот так видно. У меня свет-то искусственный сейчас стоит. Я же свернула бошку этой кольцевой лампе. Просто взяла и свернула ей голову. Отломила ее. Просто это я сама виновата. Так. Давайте. Я нанесу сейчас все этапы по-быстрому. Это все одно и то же обычно происходит. И потом с вами перейдем... Намуливалась, ух ты, ёкалэмэнэ. А хайлайтер, вот этот Vivienne Sabo лимитка, если где-то увидите, возьмите. Это такое сияние, правда, подчеркивает текстуру, согласна, да. Но это все подчеркивает текстуру, если у тебя, как говорится, рябое лицо, как вот у меня рябое, рябомордое, как мне называют, ну, мы не расстраиваемся, продолжаем жить. Так, Metal Hype, ботиночки 7.
Откуда они у меня? Я же их вроде хотела отдать. Или не хотела отдать, я не помню. В общем, берем, наносим на веки пушистой кисточкой. Растушевываем. А не сильно, не too much будет столько этого сияния? Ну, в принципе, серебро же должно быть присутствовать. Вот как раз-таки шампань будет у нас. Не, чуть-чуть не. Вот так вот. Так, пальчиком. Ух ты! Да, как глаз сузился. Вообще прикол. Кисть другую, тоненькую, ну, небольшую, короче говоря. Так-с. Да, какая-то дичь получилась. Ладно, сейчас мы сделаем скульптором складку. Может быть, так будет? Вот, блин, какая-то азиатка. Складочку. Проработаем сейчас скульптором из палетки тройки Stellary. И должно что-то измениться, по идее, в нашем сознании. Но это не точно. Что-нибудь изменилось? Да, что-то изменилось. И вот по нижнему веку тоже скульптор. Так-с. Так-с. Еще пушистую возьмем на скульптор. Так-с. О, начинают стало двигаться сеня. Кстати, сегодня вышла, девчонки, вы не поверите, я вышла коробку шейновскую выбросить. Думаю, а зачем она будет у меня, ну, стоять? И что вы думаете? Стоит мусор рядом с моей квартирой. Ну, соседи там же фактически, ну, расстояние маленькое. И он прям рядом стоит. Я взяла и выбросила. Ну нахрена мне это надо? Поражают меня такие, блин, соседи, соседушки. Может, стыдно станет? Я взяла и выбросила. Кстати, по вашему совету. Это армяна, девчонки. Диваш. Риммель 003. Очень мне нравится, их прям люблю. Такс. Я азиатка. И давайте закрепим наши тени, вот эти вот блестящие, я предлагаю закрепить хайлайтером, который я наносила вот сюда, вот этот вот Vivienne Sabot, только не вот этим цветом, видите, прям дырка, а вот этим, вот так, вот этим. Ну, потому что надо, иначе, если не закрепляешь такую текстуру, она начинает потом скатываться очень быстро. А мне нужен прям стойкий макияж. Так. Не, ну просто мне начинает нравиться то, что я делаю. Теперь мы берем звезды экрана. Огрызок от Ламель, гелевые карандаши. У меня оттеночек 102, каялы 102. Берем стрелку, рисуем. Так, как бы мне... Сейчас, one second, я возьму зеркало, чтобы вам видно было. То есть, смотрим прямо от нижнего века, нижнего ресничного края. Провели. То же самое. Сразу же делаем со второй частью. С вторым глазом. Иначе мы потеряем... Ну, вы поняли, да? Потеряется направление. Вы можете сделать разные глаза. Вот сделали. И затем уже раз... Соединили. Так, соединили.
Просто когда уже припудриваешь, закрепляешь эту текстуру кремовую уже пудрой, сухой текстурой, очень тяжело рисовать гелевым карандашом. Потом сразу же берем вот такую плоскую кисточку и вот так чуть-чуть заостряем нашу стрелку. И растушевываем. Так. Ой. Вот такая стрелка. И сразу же, девчонки, вот так. Межресничка. Очень хорошо этот карандаш держится в слизистой. Видите, какой глаз сразу красивый большой получается. Но опять же, по моему мнению, красивый. А то скажете сейчас, что хвалю себе. Вот. И теперь со вторым глазом то же самое. Лоб, конечно, получится у меня длиннющий. Так. Такс. Такую стрелку нужно обязательно закреплять сухой текстурой. Потому что это гель, он, несмотря на то, что застывает, но лучше закрепить, чтобы, ну, одинаково, не одинаково, не поймешь. Вроде да. Вот, потому что тут ресниц меньше, чем здесь, и кажется, что не одинаковый. Тогда вообще макияж будет невероятно стойкий. Мы почти завершили наш макияж на НГшечку. Ага. Угу. Теперь возьмем из палетки, ну, вот какой-нибудь оттенок, или этот, наверное, скорее всего, второй, на эту же самую плоскую кисть. И немножечко подзакрепим и растушим нашу стрелку. У меня никого нет, я холостой, но я женюсь на Гале. Это ирония судьбы идет. Кстати, я смотрела вторую часть, мне она вообще не понравилась. Я ее выключила на серединке, потому что, ну, вообще, не то уже. Ты сегодня женишься, тебе нельзя. Вот. Ирония судьбы очередной раз доказывает, что все в нашей жизни не случайно. Не случайно мы куда-то едем. Не случайно мы где-то оказываемся в определенном месте в определенное время. Это все не случайно, девчонки. Поверьте мне, судьба, понятие судьбы это есть. Подводка от O2O. Мне, кстати, они еще выслали подводку, наконец-таки, а то у меня это заканчивается. Хотя она не то чтобы заканчивается, я чувствую, что... Ее там фактически не осталось, но она рисует. Шайтан какая-то подводка. Так, и что? И чуть-чуть ниже нашей стрелки мы дублируем стрелку подводкой. Ауф-ауф-ауф. Конечно, на весу стрелки рисовать вот такой себе. Видите сразу, какой эффект такой? Я знаю, может быть, кого-то сейчас раздражаю, но у меня просто очень хорошее настроение. Этого достаточно. Уже хорошо. По нижней слизистой мы возьмем каянчик. Вот Stellary 03. Пройдемся. Мы почти закончили макияж. Я укладку будем делать. Сколько времени? Сколько времени? 8, по-моему.
Теперь возьмем тушь. Какую? Что у меня тут? Фаберлик. Новая. Их артикул 5238. Девчонки, опять в опаринках у меня застрял этот заказ. Он также там висит. В общем, обновился статус. И все равно он на сортировке. Я фиг его знает, что вообще делать. Так. Паучи прям. Прокрашиваем. Я поэтому и взяла эту тушь. Она, кстати, отпечатывается и сыпется, усыпается эта тушь. Но прокрашивает она нарощенные ресницы хорошо, видите, да? И делает прям такую драму на глазах. И нижняя. Прям кукольный взгляд такой получается. Свисток еще красить не буду, я его накрашу попозже. Пусть бальзам на губах поработает, а то они что-то заветрились, засохли. В новом 2021 году у меня первым делом цель похудеть. Потому что меня вот это вот не устраивает. В принципе, я не такая уж и толстая, да, там, чтобы прям заморачиваться с этим. Но мне просто нравится, когда я немножечко худее. Заново тушь, блин. Ну что, высохло, высохло. Вот так вот. И все. А что я еще хочу? И сразу свисток нарисовать. Не, попозже. Так, все складываем. Все мои волки делают. Ауфа-уфа-у. Это пасхальский лук. Откуда эти песни? Такс. И чё, мы с вами приступаем. Так, отделила я прядь. Господи, какая как Марфа я. На этой, ну, на камере на это кажется. Вот так чуть-чуть. Опа. А чё они так не кучеряются? Ладно. Для кого-то может показаться это 31-30 декабря очень скучно. Но это моя жизнь, девчонки. Ну, ты с этим ничего не сделаешь. Вот такая вот у меня жизнь. Может быть, когда-нибудь она станет еще интереснее. Вот, но пока что вот она такая. Я думаю, у всех приблизительно одно и то же происходит. 31 декабря и 30 тоже. Все кручу от лица. И сразу не распускаю. То есть ту я вам укладку показывала, я закрепляла, а это просто я раз вот так. И чуть-чуть вот опущу немножко, потому что я не хочу, чтобы сильно волос подпрыгивал. И так не шибко короткий, ну, не шибко длинный. Я сейчас чуть прибью румяна. Вот так получше, да? Чуть-чуть. Все мои руки делают. Ау-фау-фау. Сейчас я вам еще хочу рубашечку показать. Как шин, как на мне смотрится. Ну, чтобы потом ее в стирку кинуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8, 9, 10. Оп. Такс.
Как я люблю эту плойку. Боже мой, когда она у меня сломалась, для меня это был такой, блин, стресс. А, началось уже. А сзади просто все вовнутрь. Чтобы там выпендриваться, они коротыши, они особо и не закучеряются. Если закучеряются, то быстро выпрямятся. Эта плойка имеет, ну, как эффект немножечко, как от фен-щетки, то есть ничего более. Так-с. Аккуратно. Не трогаем ту прядь. Покажу дальше, что вам делать. Все от лица крутим. Опа. И вот так вот чуть-чуть. 5, 6, 7. Ой. Опа. Во сколько этот голубой огонек начинается? 22:30, по-моему. Да. Я так рада за маму, которая наконец-таки начала жить по Москве, потому что она, ей то время волгоградское вообще не подходило. Конечно, есть много сторонников, кто волгоградское время, ну, как бы не приветствовал, что переводит опять на московское, но моя мама была за, чтобы перевели. Вот. Ну все, вот там тоже схеме продолжаем накрутку. Как на нашем юбилее. Ну, короткие волосы подразумевают такой немножечко эффект подскакивающий. Моя любимая челочка Карлсона. Теперь что мы берем? Мы берем не лак. Лак — это сильно тяжело. Мы берем вот такой текстурирующий спрей. Когда волосы чуть-чуть подостыли, мы сбрызгиваем. Все, сбрызнули. Теперь мы берем пудру для объема или сухой шампунь. Сухой шампунь нам нужен для того, чтобы продлить свежесть наших волос. Для коротких волос это актуально. Вот так по проборам. Ать, ать. Но я обычно только на верхушку использую. Плюс еще сухой шампунь очень хорошо добавляет объема. Сзади вообще прям обожаю, когда у меня шапка. Ауф, ауф, ауф. Ах, ненавижу эту песню. И дальше. Оба, видали как? Пудру. Мы непривычным пониманием. Мы не разбираем пока локоны. Мы ее на ручки. Видите, да? Растираем. И вот так вот. Оп. Мне уже нравится. Ля-ля-ля. Так-с. Дальше чуть-чуть начесик. А как мы делаем начес? Вот раз, два, три, все. Это такой воздушный начес, его в народе называют. Раз, два, три. Вот такая вечериночка. Обожаю вот этот эффект за ушко заправлять. И вот тут уже челку можно чуток прочесать, чтобы она приняла ту форму, которую нам надо. Чуть-чуть вот так. Вот такая укладочка. Так, и чуть-чуть вот так вот низ подначесываю. Где вот не хватает? Чуть-чуть вот здесь, да, объема не хватает? И сзади тоже. Как классно! Вот говорю, еще бы цвет волос бы немножечко другой, поярче какой-нибудь, как вот у мамки наподобие хочу, что-то вот такое. Ну, огонь же. Это
только что-то надо складку поярче, да, наверное, сделать. Что думаете? Тяра вообще, да? Теперь берем воск. У меня челка на фазе отрастания, поэтому воск мне всегда необходим. Сейчас я люблю так. Что бы я ни перепробовала, мне нравится так. Так. Ну, видите, да? Что сзади получилось? Мы его вот так вот на пальчики на все наносим и растираем. Так вот. И вот так чуть-чуть их жамкаем вот здесь. Вот такая вот у нас картина с вами получается. И теперь уже, когда мы сделали все вот эти этапы, уже можно приступать к фиксации укладки. Лак. Тафт. Лак. Спонсор показа Тафт. Картина. Вот так вот я буду встречать Новый год с такой классной укладкой. Пусть она мне немножечко взрослит. На меня все взрослит на самом-то деле. Все, теперь наша укладка 100% продержится целый вечер. И теперь давайте намажем губы. Немножечко не хватает моих вареничков. Так, чем? Вопрос. Все мои руки делают. Ауф-ауф-ауф. Это пацанский дух. Так, это, по-моему, темный карандаш. Прежде чем нанести на губы, я всегда на руку наношу и думаю, на, ну, нравится мне, не нравится. О, можно омброй сделать. Беру карандаш от Ламель 07 гелевый и помаду от Стеллеры. Да? Да, помада от Stellery 01 90 глэм. Как раз у нас укладка в стиле 90-х. Так, и рисуем наши губы. Не сильно мертвечиночка появилась, а? Ну вот, как-то так. У нас уже салют его всю. Девчонки, что я хочу сказать? Вы этот влог увидите уже в 2020 году, когда он уже наступил. И я от души хочу вам пожелать, несмотря на все выстрелы, счастья, любви, здоровья, удачи, всего самого наилучшего. Я каждого своего преданного зрителя ценю, люблю, обожаю. И я надеюсь, в следующем году будет все у нас с вами очень хорошо. С наступившим Новым годом. И сейчас я вам покажу еще рубашечку. Сейчас, секунду. Ну, вот хотя бы как-то вам показать. Вот она. Такая прикольная рубашка. Это уже третья рубашка в моей коллекции. Я, конечно, выгляжу намного старше сейчас, когда вот короткая стрижка и там накрашена. Но одно могу сказать, что мне нравится. Я стала наконец-таки кайфовать от своего образа с короткими волосами. Я желаю вам также гармонии, чтобы вы никогда не чувствовали себя не в своей тарелке, даже когда там, о, Памела Андерсон, даже когда вы там меняете образ или еще что-то. И да, и кстати говоря, мы с мамой даже сделали вывод о том, что когда девушка, ну, как бы выглядит ухоженно, она уже будет априори выглядеть старше. Так вот, я вам желаю всего самого наилучшего, любви, добра, счастья. С наступившим Новым годом. Я вас всех очень сильно люблю, целую. И на этом влог буду заканчивать. Прошу прощения, что я там не покажу, как мы будем сидеть или еще что-то. Я так думаю, это уже немного личное. Все, всех люблю, целую. И если вам понравился данный видеоролик, обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, смотрите их первыми. Также жду вас в своем инстаграм. Ссылочку оставлю в описании. Но я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Целую в плечи.